Хигураши, Нонако Корони, 73-й эпизод. Да, я тоже не помню, что мы их читали. Что-то мне в ней не нравится. Я поняла это, как только написал... Я поняла это, только написав на бумаге. Не нужны мне советы руководства по воспитанию детей. Я и так знаю, что ребенок родителям не игрушка. Если теперь стоишь любить ребенка только потому, что тот выходит не таким, как тебе хочется, ты недостойна быть родителем. Не в том дело. Как бы сказать, может на бумаге объяснить как раз труднее. Я вовсе не хочу от дочери чего-то необычного. Только бы не отставала от других, а опережать пусть его. Главное, чтобы у нее ум соответствовал возрасту. Но в детском саду она изменилась. Когда остальные дети бегали, бесились, не скрывая радостного волнения по поводу завтрашней экскурсии, она сидела одна вдали ото всех со скучающим видом. Когда они сломали снаряд, предназначенный для спортивного праздника, она, пока все остальные испуганно просили прощения, сидела одна вдали от остальных со скучающим видом. Ну, понятно же, про Рику-то. Притом уже которая. Ну, как мы знаем, она там откатывалась поначалу очень сильно. А могла бы учиться стрелять из пистолета. А не сидеть со скучающим видом. Когда воспитательница читала смешную книжку, она одна из всех не смеялась. Когда готовили вкусный обед, она одна из всех не радовалась. Это ладно, это еще можно понять. Вот что я не могу понять, это почему, когда иной раз происходило то же самое, она радовалась, как любой другой ребенок ее возраста. Что? Может, что-то в переводе потерялось, но я что-то не вижу смысла в этом предложении. Не, это понятно, что должно здесь быть написано. Но я не понимаю точки зрения маман. Типа, как она может это определить, что-то отклонилось от сценария. А! Все, понял. Вот такая логика в предложении Мэйки Хаха. То есть, она иногда одному и тому же ивенту радовалась, а иногда печалилась. Все, окей. До меня родители не доходят, чем она руководствуется. Почему-то экскурсия безразлична, но это обрадовало. Почему-то книжка ей безразлична, но это обрадовало. Почему-то обед безразличен, но этот радует. На мой взгляд, первый и второй не отличаются совершенно ничем. И иногда первое, мне кажется, даже лучше. Но это твое мнение, опять же. Даже если это был бы нормальный ребенок. В толк не возьму, что творится у нее в уме. На собрании воспитатель призналась, что у нее те же чувства. Когда я ответила, что не понимаю собственного ребенка, мы обе потупились. Муж не беспокоится, а у детей мозги работают не как у взрослых. Не понимаешь, ну и пусть. Брось волноваться. Ваша популярность растет. Спасибо за подписку, добро пожаловать. Жаль, что он не чувствует, как серьезно дело. Однажды у меня было хорошее настроение. Я хотел ее порадовать и приготовила те блюда, которые должны были ей понравиться. А она лишь усмехнулась, устала с непонятным выражением на лице. Вспылив, я отвесила ей за трещину. Однажды стояла прекрасная погода. Палки с вывешенным сушиться бельем повалил ветер. Жуткая неприятность. Она хохотала в голос, глядя на то, как я суматошно подбираю белье. Вспылив, я ответила ей за трещину. Думаю, подобное происходило несколько раз. И вскоре я не видела от нее ничего, кроме скучающего взгляда. Я пожалела о том, какая же я плохая мать. И решила вернуть доверие собственного ребенка, шаг за шагом общаясь. Наткнувшись на нее трудящуюся над чем-то на веранде, я спросила... Другого сэю не нашли. Не стали менять. А в аниме у матери сэю разве не было? Я уж не помню. Ну, кстати, на удивление нам спалили, кто и с кем это говорит. Прям... Максимально спалили.
Да, Вови, Вови была. В ответ она взглянула тем самым ненавистным мне скучным взглядом и, не сказав ничего, вновь перевела взгляд на руки, продолжив свое рукоделие. Раньше я бы ей за такое врезала. Я сжала зубы. Что ты делаешь, о-нингё-сан? Терутеру-бозу. Она нашла достойное применение газетным рекламным вставкам, делая из них бумажного монаха. Дождя не обещали, но уверенно ей хочется, чтобы дивные солнечные дни продолжались. Вот и мастерит она Терутеру-бозу. Наконец-то, сумев понять своего ребенка, не скрывала радости. Принеся моток шерстяных ниток, я помогла подвесить смешно получившегося монаха к храмовому карнизу. Даме йо, Рика. Атама га омо сугиру кара. Хора. Сакаса терутеру бозу ни натчатта ва. В этом и суть. Она призывает дождь. Коре ча харе жа накуте аме ни натчау ва йо. Когда я попыталась снять монаха, она, не давая, потянула меня за юбку. Сакаса ни нару йони цукутта но дакара. それでいいの。でもリカ、てるてる坊主が逆さじゃ、晴れのおまじないにならないわよ。雨が降るようにおまじないをしているから、それでいいの。Я, прилагая все силы, попыталась взять себя в руки. Прилагая все силы, попыталась понять ее. А, そっか。お庭の朝顔が晴れ続きで元気がなくなっちゃったから、雨が欲しいのね。И она взглянула на меня с тем самым выражением, которое я больше всего ненавидела. 晴れにね。飽きたの。Солнце сосет. Я не понимаю, я не понимаю. Я ее не понимаю. На собрании она попыталась забраться под одеяло к Орио-сан. Та любит ее пуще жизни. Как бы непочтительно та себя не вела, ей все равно. Будто моя дочь котенок или кто там. Она и вправду балует ее, словно котенка. Я как мать ее выбронила. Пока Орио-сан трижды не сказала ничего-ничего, я строго отчитывал дочь ради приличия. Понятное дело, та и ухом не повела. Она знала, что Орио-сан куда главнее меня, оттого и вела себя так. Ей ее неприличествующая возрасту хитрость мне тоже не нравилась. Начнем с того, что ни одна Орио-сан, но и все деревенские старики ей потакают. Однажды я сильно удивилась. Возвращаясь домой после покупок, и случайно наткнулась на нее, стоящую перед конфетной лавкой. Она медленно запустила пригоршню в корзину с конфетами, достала одну, развернула и начала жевать. Судя по виду, платить она не собиралась. Да что там, она и по сторонам-то не смотрела. Она не то чтобы совершала кражу, она ела конфету так спокойно, словно предложенную к чаю сладость. Когда я принялась ругаться, из лавки вышел пожилой хозяин и стал ее защищать. Он говорил, черт знает что, мол, ничего, пусть берет, ест что захочет. Я пыталась заплатить за уже съеденную, но хозяин упрямо не хотел брать платы. И пока мы стояли так, споря, вокруг незаметно собралась толпа стариков, и как-то получилось так, словно бы я была не права. Благоговейно, сложив ладони, они начали молиться на мою дочь, повторяя благодарю тебя». Так как я и сама была из рода Фурода, я не то чтобы не знала, почему к ней относятся по-особенному. Когда я была маленькой, бабушка все твердила, если у тебя народится девочка, у Яшера сама перевоплотится в ней. Веря, что моя дочь воплощение в Яширо-сама, старики вовсю ее балуют. И не только балуют, они к тому же втемешивают ей всякую чушь. Дескать, она воплощение в Яширо-сама и обладает божественной силой. И поэтому она, возможно, сама поверила в свою особенность. Я постоянно прошу всех не морочить ей голову глупостями, не мешать ее образованию, но засевшее в стариках суеверие не искоренить. Я ей говорю, чтоб не слушала стариков. Она же, напротив, не слушает меня.
то, кого девочка станет слушать, балующихся стариков или мать, от которой она слышит одни упреки, ясно любому. Она стала чудной из-за них. Да, точно, из-за тех, кто с младенчества кормит ее суевериями да странными сказками. Если бы не они, она была милым, самым заурядным ребенком. Рюкюше говорит, что Рика особенная, часть вторая. Перейдем к третьей. В школе. День открытых дверей, день солнечный. Урок готовки. Она уверенно готовит японское карри. В то время как дети ее возраста обращались с кухонными ножами еще стесненно, на то, как она владела ножом, стоило посмотреть. Учительница подошла вплотную ко мне и, улыбнувшись, сказала, что я замечательно учу свою дочь. Я обманула ее, кивнув с неопределенной улыбкой. Ведь я никогда не учил ее готовить карри. А она спорно чистила овощи, который кидал в кастрюльку строго в порядке варки. Любой прочий родитель завосторгался бы неожиданному таланту ребенка. Но не в моем случае. Это потому, что кто-то, без сомнения, тайком от меня научил ее готовить карри. Мне стало беспокойно, хоть я и промолчала. Спросив, я узнала, что дочь умеет и шить, и стирать белье. Я никогда ее такому не учила, да и не видела никогда, чтобы она этим занималась дома. Готовка, шитье, стирка. Не сомневаюсь, старики еще многому ее учат у меня за спиной. И мало им того, они забивают девочке голову дурацкими суевериями, втолковывают ей, что она воплощение у Яшера Сама. Я пожаловалась мужу, сказала, что нельзя позволять старикам ее видеть. Но как смотритель храма Фуроды, тот не может выступить против них. Они все-таки к тому же и прихожане. «Да пускай балует, что такого-то», — равнодушно говорит он. Я возразила, она дочь наша, и она не должна отличаться от остальных. И она вовсе не черт знает что. Не какое-то там воплощение у Яшера Сама, как надеются старики. Да, точно старики. Пожилые люди верят, что у нее есть божественная сила. Они болтают, что она может предсказать погоду на завтра. Но сколько раз я видела, как она уходила без зонтика и возвращалась вымоченной до нитки. О, новый, по-моему, кадр. Они говорят, что может видеть, что происходит в чужих странах внутренним оком. Но все ее знания от новостных программ, которые та постоянно смотрит. Они говорят, что она знает то, чего знать не должна. Но это все потому, что одни селяне втемешивают ей тайком всякое, а другие поддакивают. Вот только помню, однажды все думали, что погода будет хорошая, а она настояла на том, чтобы захватить зонт. Случился дождь, и зонтик нас защитил. По-моему, несколько раз Рика узнавала о крупных событиях в других странах до того, как их показывали в новостях. Я решала, что подслушала по радио срочное сообщение или что-нибудь в этом духе. Она знает то, чего знать не должна. Вот это-то я сейчас и наблюдаю. Она готовит японское карри, хоть никто не мог ее научить. Нет-нет, что это я? Кто-то ее научил, точно. Кто-то чему-то учит Рику без моего ведома. Фурудэ-сан но карри ва тайхэн мигото дэсу. Сэнсэй, ханамару а гэчаймасу. Нипа. Фурудэ-сан ва о лёри о дарэ ни нараймашта ка? Яппари оучи дэ? Хай, оучи нано дэсу ё. Остальные родители восхитились. Ложь, ложь. Я ничему ее не учила. Кто забивает ей голову? Она никакое не воплощение Яшера Сама, она всего лишь моя обыкновенная дочь. Ну да, довольно жирно. Сорева. 誰もが忘れそうなほど地方の小さな村の出来事。悲劇は幕を閉じ、その傷跡も消え去ろうとしていたある日。青年はかつて出会った少女に思いを馳せる。あの日聞けなかった言葉、あの日果たせなかった約束、
その後悔と慟哭が閉じられたままだった運命を開く一つの光となった。暇つぶし。Об убийстве времени еще. Счастье даже не. Но несчастье желающих людей нет никого. Спустя два года после уже Хинамидзавской трагедии. Папа. Папа, ты ба. А ребенок выжил, что ли? Я, кстати, забыл это. Дайжобу? Кувай юме дэму митану? Мьюки сидела рядом со мной. Я быстро погладила по голове, чтобы успокоить. Должно быть, мне снился плохой сон, когда я спал в каюте. Я вспотел. Я... Нандемунай. Чутто ацкатта кана? Ответив так, я попытался вытереть пот и огляделся в поисках носового платка или полотенца. А потом холодная капля скатилась по моему лбу. Мьюки повернулась ко мне и улыбнулась, а затем вытерла мое лицо полотенцем, которое мы получили при взлете. Аригато, Мьюки. Благодаря Мьюки я наконец-то смог стряхнуть с себя сон. Поэтому я поднялся с кресла и выглянул в окно. Я обнял Мьюки, сидевшую рядом, и прислушался к шуму, когда красивое море пронеслось перед нашими глазами. Затем самолет мягко развернулся перед въездом на взлетно-посадочную полосу аэропорта. Папа в зал ожидания начал озираться, ища взглядом Оиши. И тут услышал знакомый хриплый баритон. Да, кстати, в этой версии он выживает. Агаза-газа! Нанен бури дешо! Гобусата шите оримасу не! Оиси-сан! Хонтони оисаши-бури десу! Он грохнул меня по плечу, радуясь встрече. Агаза-газа мо дайбу ии каоцуки наримашита не! 最前線の捜査官らしい顔つきですよ。大石さんはだいぶスマートになりましたね。背筋も良くなったような。これも社交ダンスのおかげですか。赤坂さんもね、若いうちからダンスはやっておいた方がいいですよ。そしたらきっとモテます。モテモテ。Выйдя на пенсию, господин Оиши переехал в Саппоро и там начал заниматься танцами. Похоже, они ему так полюбились, что он уже решил посвятить им старость. Ничего себе. Кажется, он собирается до 80-летия пройти экзамен на преподавателя танцев и стать старым щеголом. Я? Сочирана хёттоште? Ну, даже нарисовали. Оиши внезапно обратил свое внимание на Миюки. Он присел и глянул на ее лицо. Однако она испугалась и спряталась за моей спиной. Ора, Миюки, чанто го айсацу шинасай. Она с сомнением смотрела на Оиши, схватившись рукой за нижнюю часть моих брюк. Обычно она не такая застенчивая. Интересно, что случилось. Сумимасе. Ицмо ва коу жа най дес га. Ие, ие, иин десу ё. Оджи-сан кау га куай кара на. Йокаттара, о намае о киите мо ии дес га? Акасака Миюки. 7 сай. いいお返事です。さすがは
赤坂さんの娘さんですよな。Войши нежно погладил Миюки по голове и улыбнулся, как будто она была его собственной внучкой. И наконец Миюки улыбнулась. Вскоре после этого Миюки сказала мне, что она просто делала то, что ей говорил быть осторожной с незнакомцами. Войши от души рассмеялся, услышав это. Его тело тряслось от смеха, когда мы шли к его автомобилю. На его машине мы поехали на постоялый двор с горячим источником. Изначально я собирался погостить у него дома, но господин Ойши так отнекивался, что у него гостям будет неудобно, что в итоге сошлись на постоялом дворе. В гостинице мы расслабились, купаясь в горячих источниках, а затем отужинали за восхитительным пиром, пока не наелись. Миюки съела немного монгольского барбекю и была в восторге. Когда наши животы распухли, Миюки начала зевать и отправилась спать. Мы же с Ойши предались воспоминаниям о хинамизавской партии в маджонг. Насколько я понял, он хотел найти кого-либо, чтобы отметить встречу повторной игрой, но так и не найдя достойных мини-соперников, оставил идею. Изрядно выпив, мы начали с пылом болтать о том, как геройски освободили заложника. Тебе должно быть виднее. Тоже переодели, кстати. Кенкюгу, ямагари демо мицкераре масан дешта. Табун, мура ни какмаварете кара, кайгай ка энпо де хотобури о самаштеру в джанай ка то омаймасу не. Оиши-сан ва ташка, ханнин но джу но иччо о убай машта ё не. Аре кара ва. Кайгай но гуньё кенджу дешта. 関西系の暴力団組織が大量に密輸したうちの一丁でしょうな。全条項を調べましたが、他の事件とのつながりは何も出ませんでした。Стало интересно, почему у нее есть дизайн. Оказывается, она персонаж будущей гачи игры и есть какой-то левый манги. Ну, когда переиздавание делалось алхимиками, они еще про гачу игру не знали, я все же думаю. Так что, может, в консольных каких-нибудь еще версиях что-то было, МБ. Их же там этих консольных штук 10, а то и больше. Сочи дева? Ватасива она то, шибараку гемба уханаре машта ноде, ёку, кеккёку, зенбу ями но нака тэ кото дэ, кетчак шита ёу дэс га нэ. Нэ! Горестно посмеявшись, Ойши Ши пригубил ледяное саке. Ано ато а тайхен дешта не. Котоши де 7 нен деску ка. Э, сендзиц 7 кайки но хоуё га аримашта. Гифу томо сайкин ва соен деште. Джунби де иройро кроу шимашта. それはそれはお疲れ様でした。Вошла служанка, принесшая заказанные нами напитки. Пока они ставили звякающие бутылки пива, мы молчали. Сказано им, тяжело вам тогда пришлось. Вспомни, до сих пор больно, но с течением времени рана немного зажила. На следующий день после того я позвонил господину Ойши, чтобы извиниться, но тот сразу же отдал трубку моему товарищу, приехавшему в участок. Я подумал, что сейчас получу выговор за то, что раненый в схватке с преступником еще и убежал неизвестно куда, и пьянствовал до полуночи, никому не сказавшись. Но взявший трубку начальник сказал мне только, что у него есть новость, которую по телефону лучше не говорите, чтобы я немедленно приезжал в Укиномийский участок. Тогда мне пришло в голову только то, что начальник, наверное, так сердит, что и слушать оправдания не станет. А когда я прибыл в участок, он сообщил. Кимино оксан га джико ни атта раши.
Не знаю, что и думать. Я прямо из участка позвонил в больницу, где лежал Юкия. Мой звонок перенаправили бесчетное число. Перенаправляли бесчетное число раз. Но в конце концов трубку взял какой-то большой начальник, и после долгого хождения вокруг да около и осторожных намеков, он помявшись сказал: Акасака Юкия самага. Джико де онакнари ни наримашита. Я понял, что сознание медленно уплывает. Жизнь Юкия оборвалась непостижимо, внезапно и неожиданно. Я бы понял, случись с ней что-то во время родов, но Юкия умерла совсем не так. Поднимаясь на крышу, она подскользнулась и упала. И по несчастливому стечению обстоятельств неудачно ударилась головой. Вот и все. Я, желая свалить на кого-то вину за ее смерть, попробовал убедить себя, что Союз обороны мстя подстроил убийство жены таким образом, чтобы она выглядела как случай. Но то, что я узнал по приезде в Токио, куда страшнее било под дых. Юкия имела привычку подниматься по вечерам на крышу и стоять, наслаждаясь прохладой. Лифт шел только до 7-го этажа, поэтому, чтобы попасть на крышу, нужно было еще немного подняться по лестнице. Даже забеременев, Юкия не прекратила ходить на крышу. В смысле, когда она была не беременна, она, блин, не существовала в этой больнице. Что за глупость? А, ну да, типа уже версия взрослая. Притом есть реально прям взрослая версия, лол. Отец часто повторял ей, что не следовало бы себя переутомлять, но Юкия твердо намеревалась ходить на крышу, пока ей не запретят вставать. Только я никогда не видел, чтобы она туда выходила. Знал только со слов тести и медсестры. Потому что, когда я приходил, то мы были вместе, и на крышу она не ходила. Я уже Джек сам увидел это. Естественно, мне типа пофиг, так что... Знакомая медсестра поделилась секретом того, почему Юкия туда поднималась. Мой муж часто уезжает из дома по службе. Когда он звонит, я могу его подбодрить, придать ему сил, но если нет, то я не смогу. Он только пускает в глаза пыль. На самом деле от одиночества он становится такой бедненький, что даже умиляет. Но я такая же, я страшно тоскую, когда он еще уезжает, потому что не знаю, когда вернется. И, наверное, подбадривая его, подбадриваю себя. Вот почему, когда он уезжает далеко-далеко по большому заданию, если он вечером не звонит, то я пробую хотя бы думать о нем, обратив лицо к тому же небу, под которым он есть, надеясь, что мои чувства долетят до него. И тогда в памяти всплыли слова девочки. «Лучше уезжай в Токио, ни минуты, ни медля, иначе горько пожалеешь». Верно, в тот день Юкия пошла на крышу, как раз потому, что я был в командировке. Если бы только я знал, я бы бросил задание и вернулся в Токио, как сказала девочка. В тот день, когда она умерла, Юкия была бы со мной. Будь она со мной, она бы не пошла на крышу. Жена погибла вечером третьего дня моей командировки. Да, как раз перед тем, как мне чего-то захотелось, во что бы то ни стало услышать ее голос, и я оббежал всю деревню в поисках телефона. И девочка обрезала провода у телефонов поблизости, чтобы не позволить мне дозвониться до Токио. Иначе бы я позвонил, и узнав о смерти Юкии, сразу, наверняка бы не смог удержать себя в руках и разрыдался. Конечно, ее поступок значил только то, что я проживу, не зная о смерти жены, лишь одну ночь. Следующим-то утром я все равно узнал. Только смирившись и окончательно успокоив душу, я осознал то сострадание, что двигало девочкой. そんな話は初めて聞きました。ええ。私も初めて話します。偶然では超能力じゃあるまいし。大石さんは教えてくれましたよね。あの子は
お社様という神様の生まれ変わりではないかと言われてるって。ねえ、まあ村の年寄りどもはフルデリカに神通力があると信じてるようでしたがね。神通力。Он начал словно в шутку, но заметив, как я серьезен, пожал плечами. А, высока фунтука ширимасен га не? Мирай но кото о югэн ште мисетари, ширанай хазу но кото о ханаште мисетари. Сенриган да но, тен но кейджи да но. Ма, иройро десу. Мочирон, гутайдекина дистрей ва нани хитоцу ария шинай ндесу га не? Хе-х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 е
Он хотел было расхохотаться, не веря, но помня, что речь идет о моей покойной жене, сдержанно усмехнулся. Генчугуно, кейшуно бинван соусакан га, джинцурики яра, татари яра о синжиру вакаде? Я не смог ответить на заданный в лоб вопрос. Понятное дело, я вовсе не собирался верить в такую чушь, но он так говорит, потому что не знает ее. После того, как встретил ее, Фурадорику, но не Фурадорику, а какую-то другую сущность, я не мог исключать существование чего-то сверхъестественного. Йочи де наку йококу но каносе мо, мочирон хитей декимасен. Предупреждение, не предсказание. Если она действительно меня предупредила, все становится... Все сразу становится понятным. Иначе говоря, она мне пригрозила, и потому что я не вернулся в Токио, жену лишили жизни, обустроив убийство как несчастный случай. Оксан но джико но кеншоу ни хуби ва? Мочирон, боусацу но каносе мо утагаимашита. Генба кеншоу но шурей ва субете ме о тоушимашита си. Ватаси га докужи ни чоуса мо шимашита. Действительно, никто не видел, как моя жена упала. Я подозревал, что кто-то прятался на крыше, поджидая ее, и толкнул ее. Однако на крышу часто поднимался обслуживающий персонал, развешивающий белье, и ни одна из камер видеонаблюдения ни на одном из этажей не обнаружила никого подозрительного. В ступеньках не обнаружилось какого-либо устройства, нигде ничего подозрительного. ユキエが単独で事故を起こしたとしか考えられませんでした。うん。まあ、確かに。大臣の孫を誘拐して脅迫して乗っけた連中です。妊婦一人を階段から突き落として証拠を残さないなんてできないことじゃないのかもしれない。 Слеса господина Оиши пропали последние признаки опьянения. Оксанは 連中に 殺された. Я и сам так думал, когда она умерла. Вернее, мне хотелось свалить на кого-то вину, и я придумал себе правдоподобного врага. Вот только доказательств не было, и время, вылечившее мою душу, прогнало и дурные мысли. Аносожова, ватаси ни цума но сио йококуси, кёха, салтому, цума но сио йогенши, скуу мичи о шимешита нока. Соно дочирака нано да тоштара, ватаси ва коуша дева най ка то кангаемас. Он несколько удивленно засмеялся, наливая саке себе в чашку. Я идесио. Агасака-сан но ю тори. Фурадорика ва мирай га вакару йогенша да то шимасу. Нара, назе ано дайсайгай га ёчи декинакатта дэсу? Анна осоруши гассайгай га окору то шиттете, доуште даматте итан дэсу? Хонно сузикан май демо ии. Муши мура ни ширасарете итара, ほとんどの人は死なずに済んだかもしれないじゃないですか. Газовая атака. Список жертв Хиназавской катастрофы 59 вопросики. Типа точное число жертв не показываю, да? Заголовок. А, нет, это 59-й год Шовы, раз 84-й написан. Из болота Нигавшити вырвался смертоносный вулканический газ среди ночи, поразивший деревню. В
беспрецедентном стихийном бедствии деревня вымерла. Боязнь вулканического газа охватила всю страну. Люди до обморока боялись сообщения о подозрительном запахе. Я не слышал, чтобы зону отчуждения вокруг Хинаминзавы открывали, а значит, она до сих пор закрыта для посещений. Сурово. Я снова не знал, как ответить, пришлось промолчать. Ма, демо. Ояширо-сама на умаре-каари деару Фруде Рика га коросарета ноде. Мура га Ояширо-сама на икари ни фурете, соле де нума кара шоуки га вакидаште, мура о шимец сасетан джанай ка тте. Соую ханаши га ташика ни, Хинамизава-кей но сезон шита ниген тачи но айда де, макото шияка ни сасеякарете та но га джижитсу десу не. Оиси-сан, сицурэ. Има, коросарета то оцчаимашита га. え? ああ、うん。まあ、赤坂さんになら話しても問題ないか。アリカ говорила, сейчас вставил. Увидев новость о катастрофе в Хинамизаве, вспомнил девочку. И затем увидел ее имя в списке погибших. И тогда решил, что девочка предсказала свою смерть в катастрофе. А потом как-то прочитал в одном журнальчике о серии загадочных смертей, произошедших в Хинамидзаве в течение 5 предшествующих катастроф и лет и называющихся проклятием Ояширо-сама. И так как все смерти произошли точно по пророчеству девочки, мне долго хотелось поговорить с Оиши-ши, занимавшимся их расследованием. Правильно. Именно поэтому мы и встретились. Ну вот он говорит. Фруда Рика не погибла в катастрофе, а ее убили. Сайго но тоши но татари ниците, кикасете мораттем и деска. Ватаси, тайшок шита то ва ие, шухи гиму га аримас йо. Накай-сан, симмасен! О хия де, чотто грейдо но такай дзигаке ва аримасен ка? Най секрете. Шурей ва омакасе шимасе. いやいや、そういうつもりで言ったんじゃないんだけどな。Расхохотавшись вместе не раздражения или досады, он остановил служанку и сказал, что сойдет дешевое. 私も週刊誌で報道されている通りのところまでは知っています。でも大災害の年のたたりは全く知りません。例の大災害のせいで。ひなみざわ地区全域が封鎖されちゃいましたからね。あの最後の年のたたりについてはほとんど捜査ができてないんですよ。何年か後に封鎖が解けたとしても村人のほとんどが死んでますし、数少ない生存者も親戚の元なんかに散って所在がほとんどわからないですからね。完全に迷宮入りです。あ、そまにパスカディリ、кстати, оставшиеся。Переведя взгляд на потолок, он пару минут хмыкал, пытаясь пробудить постаревшую память. Затем произнес протрезвевшим голосом. Хюганши нанга джа, 5 нэнме но татари га ано дай сайгай да, митайна икатау ште мас кэдо не. Хонтоу но 5 нэнме но татари ва, чанто Ватанагаши но мацри но тоужиц ни аттан десу ё. Томитаке Джиро тэ ю рёкоу шашинка га имаште не, каре га гисэй ни. Господин Оиши рассказал, как жертва разодрала себе горло ногтями, одновременно показывая на себя. На себе. Де, соно Томитаке-си но коинака но джосей га санчю де шоу-ши-тай ни. Отонари но кенкей-сан га амари кёрёк-теки жа накатта мон де, котчи ва амари ёку джоукё о ширанай десу га не. Ичья ни ште гисей-ша га втари мо. Джицу ва не, втари докору жа сумманай десу ё. その翌日になんですがね、私の後輩の熊谷君が捜査中に車両ごと蒸発しましてね。То есть Оиши повезло, Кумагая нет. Кумагая-ши стал напарником господина Оиши уже после моего задания в деревне. Томитаке-си но 事件捜査のために村に聞き込みなんかに回ってたんですよ。何かの事件に巻き込まれたのかもしれない。私と一緒だったなら無事だったかもしれないと思うと нет, 今でも悔しいですよ。
あの日どういうわけか私お腹をひどく壊しましてね、外回りは遠慮しちゃってたんですよ。事件の真相に近づきすぎて消されたと思ってます。クマちゃんは善と有望な若者だったけど、まだ現場経験が不足してた。トラブル慣れしてなかったんです。Ой, Шишик горестно не удумывал, почему именно тогда меня рядом не оказалось. Да, сарани, 翌日ですね. Но, 彼のことは赤坂さんもご存知ですよね? ほら、入江先生ですよ。覚えてます? ああ、あの病院の若い先生ですね。ぼんやりと覚えてます。彼ですね。どういうわけか、睡眠薬で自殺しまして。интересно.Наверное, заставили. Вряд ли от каких-то там угрызений совести. 医者の類はなし。司法解剖の結果でも睡眠薬によるものと断定されました。動機以外に不審な点はなし。睡眠薬での死に見せかけるのはそんなに難しくないんじゃないですか。他殺の可能性は。独身で離婚歴もなし。特定の女性と付き合っていたという話もなし。少年野球チームの監督を務め、村人との信仰もあり、誰からも好かれる人物。敵が見当たりませんね。まあそれを調べるにも、もうあの大災害でめちゃくちゃになっちゃいましたからね。今となっては彼の身辺を調べようもありませんが。それでフルで理科の死は、その当日です。昼頃に神社に訪れた村の老人たちがフルで理科の死体を発見しました。他殺。ああ、話す前にそのイカそうめん食べちゃっていた方がいいですよ。無体な死に方。господин Ойши кивнул。死体は神社の境内。最も閉めたのは他の場所でしょうね。全裸で裸足。足の裏は汚れてませんでしたから。愉快犯の犯行。司法解剖の結果、そういった痕跡は認められませんでした。分かったのは、薬物で昏睡させられてから、あの場所へ運ばれ、腹部を切開。意図的に臓器を引きずり出して、司法に散らしてみせました。разборочная рике。昏睡?では、回復は死後ではなく、なんて向こい。Пророчество девочки стало явью. По-моему, обо всех остальных смертях она рассказывала в чуть больших подробностях. Например, про домохозяйку, забитую до смерти на четвертый год, она как будто сказала, что ей расквасят череп.Значит, девочка знала и то, как страшно умрет? Нет, кстати, не знала. Должно быть, иногда ей хотелось не верить собственному пророчеству. Но люди один за другим погибали так, как она сказала, и с каждым годом ее пророчество набирало вес. А затем пришел последний год, и не в силах пойти против судьбы, она потеряла свою короткую жизнь. Да еще и таким чудовищным образом. Сердце сжалось при мысли о том, какую горечь она должна была испытывать.Зная свою судьбу, но не в силах ей воспротивиться. この死に方ですが、どうも単なる猟奇趣味ってわけじゃないみたいなんです。と言いますのはですね、ひなみざわはかつて鬼が住んでたって話は以前もしましたよね。そんな話も聞きました。ひなみざわ村のお祭りの綿流しってのはそもそも綿流し、つまり臓物流しから転じたものらしいんです。なんでも人食い鬼たちが犠牲者をばらして内臓を川に捨てたというところから転じたらしいんですよ。つまりひなみざわ村においては内臓を引きずり出すことに宗教的な意味があった。で、ひなみざわ村の昔話によるとですね、
人食い鬼と人間が仲良く暮らすための調停者として親城様という神様が降臨しているってこと。確かフルデリカはその親城様の生まれ変わりだと言われてるんでしたね。ねえ、ですからその荒人神であるフルデリカを回復して殺すのは村の信仰に対するこれ以上ない冒涜行為と言えるわけです。信仰への冒涜、それはつまり親城様への冒涜。あとは赤坂さんも知っての通りです。親城様のたたりが起こるのはその晩のことです。雛見沢大災害。Официально говорится, что из некого болота испарился убийственный вулканический газ, который поглотил деревню. 発生した沼は鬼ヶ淵沼と言いまして、雛見沢村の旧名、鬼ヶ淵村の名前の源となった沼です。村の言い伝えでは、この沼の奥底は地獄につながっているそうで、かつて村にやってきた人食い鬼たちはこの沼から訪れたのだとか。できすぎですね。いやいやいや、まだまだできすぎてますよ。村には伝承がありまして、親城様がお怒りになられると地獄の釜が開いて正気があふれ出すな。村人にとって地獄というのは沼の底のこと、つまりそこから正気があふれ出して村を襲うということ。そう、つまりフルデリカこと親城様の生まれ変わりが冒涜される殺され方をしたので、親城様がお怒りになってたたりとしてあの大災害を起こしたと。Не зря так она изучала все。そういう話がまかり通っちゃってるんですよ。つまりあの大災害は人為的なもの。確かに話ができすぎてますからね。親城様のたたりが実在せず本当の偶発的事故でもないってんなら、そう疑いたくもなりますよね。Сказал он, криво усмехаясь моему дикому измышлению. Хоть оно и дико, но мне самому такая мысль приходила, говорили его глаза. 村の信仰をめぐって狂信的な一派があったと仮定し、彼らが親城様のお怒りがあるような状況を作り出し大災害を実行してみせた。もちろん私は笑いませんよ。私も一度ならずともそう考えたことはあります。ですが雛見沢村がいかに小さい村とはいえ人口は1000人以上、それを一夜にして抹殺するなんてどう考えても現実的じゃないです。Предположительно, болото начало источать газ где-то в 2 часа ночи. До рассвета оставалось всего пара часов. Перебить всю деревню за такой короткий срок, да еще так, чтобы сочли за работу газа, да уж не представляется. Газ の発生した沼もまた宗教的な意味がありましたよね。だとしたら、沼に何か仕掛けがあって、神の裁きをいつでも再現できるような何かがあったとか。Некое устройство X. 自衛隊の発表では沼が発生源だということになってますよね。調査チームとかが詳しく調べた上での発表ですからね。そんな仕掛けがあったら見つけてると思いますけどね。沼そのものに仕掛けがあるとは限りませんよ。ほら、聞いたことありませんか。遠くの泉の水が枯れたら村の泉も枯れたなんて昔話。なんですかそりゃ。水源ってのは地下水脈等でつながっていることが多いんです。沼や泉はそれが地上に露出した部分に過ぎません。つまり赤坂さんが言いたいのは、鬼ヶ淵沼とつながった別の沼か泉があって、それに何らかの仕掛けをすると鬼ヶ淵沼の圧力とか水圧とかそういうものがいろいろ変わって毒ガスが噴出する仕掛けを大昔の村人がこさえていたと、そういう話ですよね。
Господин Ойши расхохотался моему молодому гибкому мышлению, но в первую очередь он все-таки детектив. Он не мог просто так взять и отвергнуть что-то лишь потому, что ему казалось иначе. Омочирой ханаси десу. Соре га риссё декита ра, Нихон но ханзайши хажиматте ирай но кузен кибо но тайрё садзин тэ кото наримасу ё. Хинамизава мура но фуса га кайджо сарета ра, зехи сирабэру бэки да то омоимасу. Оиши-сама, кенкэй нива мада эйкёлёку ва. Соко-соко нива. 柔道部の名誉顧問ですからね。 今でも夏の合宿やなんかにはちょくちょく出かけてます。 雛見沢村の封鎖解除がいつになるか分かりませんが、 ぜひ調べさせてください。 わかりました。 大石さんはこの雛見沢村連続開始事件、 通称お社様のたたりを。 当時の署内は村人の圧力でぎゅうぎゅうでしてね。 連続事件は存在しないというのが当時の公式見解でした。事件はここでまたそれぞれに解決していると。バカな。村の信仰に基づいた連続事件であることは明白なのに。赤坂さん、そりゃ5年も続いて派手な最後があった今だから言えることですよ。あの当時は 偶然の事件が偶然にも渡流しの日に起こる。今年は起きないといいなぁ、なんて感じだったんです。偶然だものか。少女は初めからすべて予言していた。少女？フルデリカです。あの子は私にその後の事件をすべて予告してみせました。赤坂さん、そりゃ本当ですか？ あの子は言ったんです。翌年ダムの現場監督が殺され、死体をバラバラにされると。のみにとどまらず、その後に続く連続事件を全て私に予告してみせました。赤坂さんがその話を聞いたのは昭和の何年の話ですか？私が少女と出会ったのは誘拐事件調査の折ですから、昭和53年6月です。 Нахмурившись и закрыв глаза, он тихо замычал, размышляя. Акасака-сан, Фурде Рика га джинцурики де мирай га вакатта. Нанте ханаси га наши да то суру нара, коре тондемо най ханаси десу ё. Хай. Имасара, ватаси о одурокасеру таме но цукури ханаси да. なんて言ったら本気で怒りますよ。私は真実を話しています。クラスノープラウド。連続開始事件は発生の前年にはもうすべてシナリオが用意されていた。そしてその予告の通り、フルデリカは殺されました。私は初め大災害による死を指したものと思っていた。 彼女の死は災害ではなく殺人者の手による残忍なものであることが分かりました。彼女は殺されると言った。彼女は自分の死を具体的にあの時点で知っていたんです。ならフルデリカはどうして逃げ出さなかったんですかね。仮にそういった死のシナリオが すでに出来上がっていたとして、彼女はそれを知りかつ数年という猶予期間があったわけですよね。逃げ出すなり警察に相談するなりの時間はあったはずです。なぜ抗わずに自らの死を受け入れたんですか？わかりません。フルデリカは村の年寄り連中に可愛がられてはいましたがね。 両親を失った後は親類もゼロで身寄りはなく、親しい友人と肩を寄せ合うだけの孤独な生活でしたからね。戦う力も頼れる人間も身近にはいなかったのかもしれません。彼女は自分の死に対して誰かに SOS を発しはしなかったんでしょうか？ 村と警察が穏便な関係じゃなかったのは 赤坂さんも知られるところだと思います。少なくとも
私の耳にはフルデリカが自身の身柄の保護を求めてきたという情報はありません。あるいは自身が宗教的な生贄にされることに対し、そういうものがあったのかもしれませんね。そんなはずはない。Отрубил я. Она тогда сказала: «Я хочу жить счастливо, хочу каждый день веселиться с любыми друзьями и все», сказала она. Ей не было наплевать на жизнь, она хотела жить долго и счастливо. Ах. И тут я потерял дар речи. Дошимашта. Акасака-сан. И. Я замолчал. Ойшиши тоже замолчал, скрестив на груди руки, начал хмыкать. Затем поднялся и, закричав, что ему нужны бумага и ручка, вышел из комнаты поискать служанку. Адан вместе с шумным, задумчивым хмыканьем покинул комнату, ее мгновенно наполнила холодная тишина. Кстати, куда они ребенка дели? А, спать она ж легла, точно. Я поднялся и только тут заметил, насколько пьян, едва на ногах держусь. Раскрыв Сёджи, я увидел хоть и прекрасную, но недолговечную луну, висевшую в ночном небе. Теперь я понял, девочка вовсе не смирилась со смертью. «Я хочу жить, долго жить, весело, счастливо и все», — сказала она мне прямо. Я был полнейшим ослом. Она не сказала буквально, и я не понял. А ведь она совершенно ясно сказала, что не хочет умирать. Разве это не мольба помочь? Конечно, она не сказала, что ей нужна помощь. Но это вовсе не значит, что помощь она не просила. Оставшись без родни, не в состоянии довериться полицейским, она попросила меня, приехавшего издалека и ничем не привязанного к деревне. «Помоги мне, прошу». Она обрезала телефонные провода. Если бы я позвонил, я бы узнал о смерти Юкия и погрузился в отчаяние. И, наверное, не стал бы и слушать ее просьбу о помощи. Поэтому-то, зная все, она обрезала провода. Она хотела немного времени обратиться ко мне. Сейчас господин Ойши сказал, что жалеет, что его не было рядом с напарником, когда тот пропал без следа, ввязавшись во что-то. Я чувствую то же самое. Если бы я был там в июне 58 года эры Шова, я бы ее защитил. Сделала о похищении. До 58 года прошло целых 5 лет. 6 технически. А растя дочь, оставшуюся мне от Вики, я в то время посвятил всю свою молодость и горячность работе. И проходя через труднейшие передряги, становился год от года храбрее и неутомимее. Превратился в Супермена. Я бы не стал творить глупости, как при том спасении похищенного. Я не растерялся бы ни на мгновение, прежде чем вступить в поединок. И мне уже приходилось врываться в комнаты полной иностранной мафии, не просто с пистолетами, а с пистолетами-пулеметами. Меня в 58 году и сравнить нельзя было с 53-м, настолько я вырос. Факты. И поэтому-то, если бы я был с ней, я бы смог ее защитить. Какой бы заговор против нее не готовили, я бы стал ее непробиваемым щитом. Даже задаваясь, она молила меня: «Помоги». А я не понял, я обратил внимание, я не смог понять, так же, как и не смог понять предупреждений о смерти Юки. Мне хочется зарыдать, если бы я поверил ей на слово, я бы смог предотвратить несчастье, случившееся с Юки. А еще я бы предотвратил задуманную смерть своей благодетельницы. Она же надеялась, что я помогу. Я узнал о Хинамидзавской катастрофе по телевизору. С тех пор я не вспоминал. Пытаясь вылечиться от потрясений, вызванного гибелью жены, заодно я попытался забыть обо всем связанном с Хинамидзавой. Какая же черная неблагодарность. Хоть девочка-то подсказала, как спасти Юкие, за то, чтобы я спас ее саму, я дожил до сего дня, даже не почувствовав благодарности. Девочка не умерла мирно, задохнувшись газом во сне. Ей живой вспороли живот, вытащили внутренности, так надругательски ее убили. Она точно знала, в какой день, какого дня и как страшно ее убьют. Но даже зная свои ужасные кончины, она была слишком слаба.
Одну на всем свете, без человека, которому могла довериться, или того, кого могло попросить о помощи, девочку поглотил план, давным-давно назначивший ей ее гибель. Ее жизнь оборвалась. Она хотела жить, только бы жить счастливо и ничего больше. И лишь этого ей хотелось. Она не просила какой-то роскоши, она просила только того, чего хочет любой человек на свете. Да, да, я только об этом подумал, Мирц, что он повторяет опять то же самое уже по третьему кругу. Она не говорила, что хочет богатства, что хочет быть впереди кого-то. Она сказала, если вся смерть и часть плана, значит и моя гибель тоже. Хоть она была и одна, и слаба, все же не думаю, что девочка позволила себя убить, не оказав какого-либо сопротивления. Конечно, ее сопротивление не останется в летописях, о нем не сложат легенд. Но я уверен, она сопротивлялась так, насколько у нее хватало силенок. И среди всех прочих попыток ее помоги, обращенная мне. Кейши момент. А, нет, батлер момент, точнее, потому что Дайски она. Прорычал я. Топнул пацановкам ногой. Почему я захотел стать полицейским? Как я могу быть горд за свою службу, если не смог спасти от беды одну единственную девочку? Неужели я был так занят, что не мог прислушаться к ее просьбе? Ага, точно. Тогда я был еще таким зеленым юнцом. Вернись теперь обратно, я бы точно стал ее надежной опорой. Но теперь уже все кончено. Пусть бы я и хотел хотя бы за нее поквитаться. Деревня Киномидзава по сей день закрыта, как опасное для жизни место. Большинство имеющих отношение лиц мертвы, они многочисленные оставшиеся разъехались по всей стране, где они не узнаешь. Само место жуткой трагедии тоже закрыто. Расследование приостановлено, и происшествие почти кануло в небытие. Но ведь я и не знал, пока Войшиши не поделился. Акасага-сан. Дайджобу десу ка? Я не заметил, как вернулся господин Ойши с тетрадью в руке. Только увидев его лицо, я понял, что плачу. Акасага-сан, учтите кудасай. Демо! Мо зенбу осо ин дес. Шоужо ва коросарета. Конанимо мудзуна коросарекатта де. Ватаси ва таёрарета но ни. Скуэнакатта. Скуэнакатта! Мурабито то рёкоу на канке о кизуканакатта ватаси ни мо сэкинин га ару камо ширимасен. Фуру де Рика га ватаси ни соре о учи акете курета нара, ватаси датте скуи но те о сасиноберарета камо ширинай. Каноджи га учи аке ни тару синдай о кизукенакатта. Коукай штеимасу. Доверяла мне, стало еще больнее. Верно, мне она доверяла. Верила в меня. Вдруг я смогу предотвратить ее предрешенную гибель. Она же верила, что я смогу. Я зарыдал, стоя на четвереньках, я орошал татами слезами. Помолчав, Ойшиши тихо произнес. Акасага-сан, куяши десу ка? Куяши десу. Нараба, фуру де Рика но катаки о тору ни атай суру фоуфо га хитоцу даке аримасу. Он показал тетрадь и набор из карандашей и ручек. Фуру де Рика но си о итаму таме ни мо. Семете ватаси тачи де шинсоу. Шинсоу. Соу десу. Фуру де Рика даке жа най. Озе га синимашита. Карера но мунен ва хакари ширемасен. Пресуута. Демо карера но си ва. Ано дайсайгай де уямия ни саре, има ва соуса сера сареру кото наку, боукяк но каната ни хоумураре ёу то штеимасу. Озе шинда. Оясан мо коросарета. Кумачан мо кесарета. Минна гисей ни атта. Ойши провала. Нано ни кейсатсу ва соуса мо декинай де иру. Даре ни мунен га харасеру но ка? Ватаси тачи даке нан десу ё. Акасага-сан. Ватаси тачи. Эй,
Это пришельцы, отвечаю. Вместе мы сила. Появится после стрима Солита. Я совершенно раскис, и тогда Ойшиши схватил меня за грудки и рывком притянул к себе. Такара! Соно цугунай тоште синсоу кюмэй сурун дес! Ваташи тачи де! Кстати, да, Фуньшиза. Я говорю, ну... Из-за того, что в разных арках нужно показать немножко по-разному, иногда персонажи выглядят слишком странно, типа Ойшель супер пострадал в третьей главе. Типа, настолько абсурдно мудак, что просто смехотворно. Главное, беспричинно. Во многих ситуациях. Четвертое, конец. Анатану ханашига дидицнара. Субете но джикен ва кейкак тоюкото нару. Соу нараба.調べ方は全然変わってくるんですからね。私は今夜をかけてあなたと私の持つ全ての情報をノートにまとめ、明日の朝一番で元の部下たちと連絡を取るつもりです。あの事件を終わらせるものか。絶対に暴いてやるんです。暴く。ねえ、あれから数年が経過しましたが、 事故ではない。捜査は中断であっても終了ではない。まだ続いているんです。続けさせるんです。ええ。まだ продолжайте. ええ。やりましょう。おいさん。 Только Рики Чан пофиг максимально. このまま終わらせたりなんかしない。絶対。私たちがこの真相を暴いてみせるんです。絶対に。 Выкрикивая эти слова, я продемонстрировал Ойше свою решимость. И в этот момент... Папа! Раздвижная дверь позади меня открылась и зашла Миюки, сонно протирая глаза. Должно быть, мои крики разбудили ее, она подбежала ко мне. Что стану, папа? Папа, найдешь ну? А, надо мной. Нандемунайо. Юки. Вытирая слезы, я изо всех сил старался улыбаться. И хоть Миюки выглядела так, будто вот сама заплачет, она протянула мне свою маленькую ручку. Лол. Наша картинка. Мата куай юме умитано. Наканай дай, папа. И когда она протянула ко мне руку, я увидел фигуру другой девочки, перекрывающую ее. Ее невинный взгляд и выражение вызывали у меня ностальгию, наполняя мучительной болью. Девочка, которая не смогла быть здесь, потому что я не помог ей. Она позаимствовала тело моей дочери, что утешит меня. Акасака, наканайде кудасай нано десу. Может быть, это галлюцинация, может быть, иллюзия, созданная моими эгоистичными мечтами. Однако, это был ее голос. Я уверен, что слышал ее голос. Не за то, чтобы обвинять меня в моей ошибке, она была сострадательна ко мне. Накумонока. Накюримумазе. Ватачнива ярубеки котога ару. Миюки, папа, не? Омаэга умарэру майни... ひなみざわってところで天使みたいな女の子に会ったんだ。天使？本当に？あ、可愛くて優しくて、みゆきにも合わせてあげたかったな。 Но теперь этому желанию не суждено сбыться. Тому уже не бывать. Хе-хе! Чао, Миюки! Соно кото о
Нет, конечно, Махихаха. Потому что он жесткий. Всюду проникает. И все же, я еще могу кое-что сделать. Да, да. Когда-нибудь мы вместе. Когда-нибудь, я уверен, мы увидим ее снова. Тем самым летом в Хинамидзаве, когда заплачут цикады. Давай, закрывай шарманку. Мы с Ойши встали, поклявшись вместе раскрыть правду о происшествиях. Шел 60-й год эры Шова, все давно кончилось. 60-й. Я хотел хотя бы перед ней извиниться и поискал могилу. После посмертного обследования ее остатки перешли одному из прихожан. В будущем, когда блокаду окрестностей Хинамидзавы снимут, их вернут на семейное кладбище Фурода. Но я понятия не имел, кому они достались, и поэтому до сих пор не мог даже попросить у нее прощения. Мне остается только надеяться, что в будущем, когда окрестности Хинамидзавы вновь откроют, тот человек появится и вернет ее прах в могилу. А то, что я могу сделать сейчас, это не извиниться. Это раскрыть правду и поквитаться за девочку до того часа, как я с ней воссоединюсь. В районе Хинамидзавы до сих пор наблюдается утечка газа, поэтому о снятии блокады пока даже не говорится. Должно быть, она не хочет встречаться со мной, пока не выясню правду. И поэтому-то мне кажется, блокаду не снимут до того дня, как я выясню правду. Спустя несколько лет, совместно с господином Ойши, мы выпустили книгу, повествующую обо всей цепи загадочных смертей вплоть до Хинамидзавской катастрофы. Название выбрал я. Когда плачут цикады. Выбрал, потому что из звуков тех нескольких дней, которые я пробовал в Хинамидзаве, больше всего мне запомнилось пение вечерних цикад. Мы не перестаем надеяться, что этой книгой сможем оживить память тех, кого коснулись данные происшествия, и благодаря им откроются новые обстоятельства. И больше чем на что бы то ни было, мы надеемся на то, что интерес к происшествиям вновь вспыхнет, и они не останутся забытыми навсегда. Так написано в послесловии. Алая книга, да, Фанчиза. Доука, коре о ёнда, аната. Синсо о токи акасите кудасай. Соре даке га, ваташи тачи но негай дес. То есть они так и не выяснили в этом осколке, походу. Раз пишут просьбу. Окрестности Хинамидзавы в этом году остаются закрытыми для посторонних. Бам! Ну да, сегодня закончим как раз таки серия на завершение и серия на заседание. Ну, конечно, можно было кое-что и подсократить в конце уж точно. Ну да ладно. Ну, в целом, конечно, реально важная глава, особенно для понимания произведения, а не для загадки. Потому что мы узнаем, что Рика тут, видите ли... Ну, непонятно, что точно, но... Учитывая тип произведения, вполне легко предположить, что она именно лупер. Раз у нас каждый раз арки меняются. Со всеми этими скучающими моментами и бла-бла-бла. Так что да. Думаю, если бы я читал первый раз, я бы понял это довольно легко. Слишком жирно местами намекают.
Что здесь еще можно понять? Ну, все же, мне кажется, внука они довольно скрыли. То есть догадаться, что внука сперли гонщие, а не эти хиномизавцы, довольно сложно. Все же, мне кажется, они довольно перетянули на хиномизавцев сильно. Не совсем, мисс, потому что тогда бы она не должна настолько сильно различаться реакция. То есть мое предсказание сбылось. Если это в первый раз, то как бы ничего страшного. А если не сбылось, да, то можно даже расстроиться. Типа, если ты гордишься этим. А если оно и не сбывается, то очень начинает вопрос возникает, а почему оно иногда сбывается или нет? Странно. Так что предсказание довольно слабый вариант. А вот луперство все сразу ставит на точки. Опять же, очень легко положиться это на повествование, что у нас каждая арка, каждый раз что-то новое. Мочи надо читателю не одно и то же, Джек. Нужно уметь держать как раз таки в этом и различие. А описывание эмоций и описание событий и окружения, когда это надо и когда не надо. И надо ли, но несколько раз. Это особенно и так не в самом маленьком произведении. Что еще можно выяснить здесь? Ну, про Санадзаки еще чуть больше, да, показали нам устройство их семьи и вообще вот этой всей деревенской хунты. Ну а тогда, в принципе, по самим вроде бы прям особо ничего не накидывали. Все же Рика, да, ключевая, конечно, здесь момент. Рика, да. Ну и знакомство, да, с новым персонажем, Акасакой, который нам еще скоро... Долго не понадобится, как говорится. Ну и фиг с ним. Конец записи.